приветом, Набутов. Ну, типа, доброе утро, товарищи. Здравствуй. Типа, здрасте. Да, всем привет. Всем привет. С приветом, Набутов, соответственно, под «Серебряным дождем» в ближайшие три часа. Дарья Гордеева, я, соответственно, Виктор Набутов. Богато у нас сегодня по гостям. Дорого, более того, дорого. Значит, давайте быстро проанонсируем для тех, кто, возможно, от нас отключится, а потом сможет присоединиться в какой-то момент времени, в том числе через приемчик, который можно скачать у нас на silver.ru. Видеотрансляция у нас на сайте, да, и в YouTube. Значит, в 9 утра, в следующем часе, с 9 до 10, любимый вами могучий эксперт, профессор Валерий Соловей. Обсудим, соответственно, ну, главные события с ним, главное событие прошедшей недели, а может быть и этого года. Это фактически конституционный переворот, который осуществляется на наших с вами глазах, и вообще, что бы это значило. Обсудим также его любопытный тезис, который он озвучил недавно в нескольких своих больших интервью, я имею в виду Соловья, о том, что в этом году может начаться военная кампания России, например, в Прибалтике. Вот, и почему это возможно, очень любопытный тезис. Вот, ну и всяческие прогнозы на перспективы развития страны в этом году. Я напоминаю, что Соловей на 100% уверен, что нас ждет сверхтурбулентный год политической, ну и в экономической жизни, наверное. Готовьте ваши вопросы, друзья. Вот, у него очень жесткие прогнозы, да. С ним можно соглашаться, можно нет, но тем не менее, живем увидим. Это с 9 до 10 Валерий Соловей у нас в гостях, а с 10 до 11 к нам придут, между прочим, наверное, самый известный путешественник страны на данный момент, ну, кроме Конюхова, вот, Михаил Кожухов. Основатель клуба имени себя. Имени себя любимого. Я бы так сказала. Это нормально. Это, да. Я с этим клубом знаком не понаслышке, потому что я периодически путешествую вместе с ним. Придет он не один, а вместе с Дмитрием Смирновым, координатором представительства управления по туризму Макао в России. Мы поговорим об этом удивительной части Китая. Недоступный, кстати, для многих китайцев, или труднодоступный, вот, так сказать, субъекте Китайской Федерации, условно говоря, которая по своим финансовым показателям давно превзошла американский Лас-Вегас по масштабности шоу и так далее. Поговорим о том, что там еще есть интересное, кроме казино. Вот, а там есть фантастические совершенно представления. У меня мой партнер по бизнесу был в прошлом году, значит, он был на шоу, стоимость которого $300 миллионов Мама в одном дорогая, из казино. Господи, Бог 300 мой. Миллионов долларов было вложено в постановку. Это ж какой там оборот водного, меня больше водного вот шоу. Ну, я не знаю, какая экономика там, тем не менее, говорю о масштабах. Такого даже в Лас-Вегасе нет. Это вот. В 10 утра, это друзья, в 10 не утра все самое интересное про Макао расскажем, будет здорово. Так, значит, ну, об этом часе разомнемся, давайте с вами на всяких новостях. Послушаем, что вы думаете. Можно я вам сразу с легенького можно начну? Пока торнадо. Вы опять вот это в Конституцию. Еще. Я сейчас про ущемление прав вам расскажу. Пожалуйста. Да умоляю. Не хочу я про ущемление прав. Американец Ярослав Сурец. Так. Типичный американец. Глухонемой. Кстати, да, и судя по всему. А, он порно попросил озвучить. Да. Подал в суд на Pornhub за отсутствие субтитров. Согласно документам, которые оказались в распоряжении журналистов, Ярослав, американец Ярослав, заявляет, что он не может в полной мере насладиться творением Pornhub, потому что не способен разобрать диалоги между актерами. Но, я напоминаю, +7 903 797 6333 номер для ваших смс-сообщений, он же номер WhatsApp, 730-101 номер для ваших звонков, тема важная. Вдруг там никакой не хэппи-энд? Тема важная. Ты понимаешь? Это раз. Во-вторых, на самом деле, я иногда посматриваю, ну, как у любой, наверное, нормальный человек, что врать, эти небольшие аудиовизуальные произведения, ну, просто, знаете, так, чтобы не застывать в каком... Ну, в принципе, интересное видео. Почему бы нет? Короткие ролики, 15-минутные, ресурсы всем известны. Есть фильмы интересные, часовые. Но суть не в этом. И иногда там, кстати, интересные же сюжетные повороты, интересные линии, интересные диалоги. Ну, я бы сказала, что большинство людей это смотрит именно ради диалогов. Абсолютно. Но вообще, честно говоря... Ведь хватит врать, мы уже не в том возрасте, чтобы наслаждаться. Нам интересно про поговорить. Абсолютно. А ведь поговорить об этом, да. Это уже половина успеха. Половина успеха. Это уже считай, что наполовину позанимался. Да? Да. Я согласен абсолютно. И несмотря на, в общем,
ну, как и в большом кино, ну, сколько там, ну каких-то жанровых находок, если мы все-таки какие-то традиционные или групповые истории рассматриваем, ну, там несколько сюжетов есть. Ну, в общем, да, все остальное это скорее импровизация на тему. Ну, более да, там, с игрушками или без, ну неважно. В принципе, что у нас? Ну, старшая наставница и младшая обучает, значит, младшую. Что у нас, какие еще сюжеты есть любопытные? Нет, ну это понятно, все остальное можно разнообразить только диалогами. Ну, категории известны, да. Они так и называются, категории там. Слушатели нам варианты присылают. Диалог в Порнхаб. Эльза. Ну не надо, вот не надо. Сейчас очень красивые снимают. И масса же студий. У каждой своя специализация. Есть очень интересная, есть и высокоинтеллектуальная. Порно это когда некоторые загадки загадывают и отгадывают. Понимаешь, не говори, да? Не говори. Там... Почему мы ущемляем этот жанр замечательный? Почему? Почему такое пренебрежительное отношение к этому? Более того, я должен сказать, вот обратите зато внимание. Какими красками может заиграть БДСМ, когда жестокая госпожа говорит, я загадаю тебе загадку, не ответишь, получишь. Да, абсолютно. И дальше она ему не бейте его, сидит мазохист. Девица в темнице, а коса на улице. Да, я смотрел и недавно такой задумался. Фильм. Да, да, да. Я хотел сказать, что нельзя так уничижительно относиться к этому замечательному жанру. Вы знаете, я вот так скажу. Порно — это тот вид искусства, тот кинематографа, где актеры полностью отдаются пожалуй, делу. Знаешь, вот именно в такой честный формулировке. Сейчас, да. Абсолютно. Да, иногда реакции, конечно, наиграны, мы знаем. Но, вы знаете, есть профессионалы высокого... Вот смотришь, и верю. И человек наслаждается своей работой. Верю. Пишет нам Станислав. Ильдар из Челябинска. Я смотрел, там такие диалоги, Шекспир с Пушкиным рядом не стояли. Да. Шекспир бы я посмотрел, но Шекспира с Пушкиным, если бы они посмотрели такие фильмы. Доброе утро. 730-101, телефон прямого эфира, здравствуйте. Ай-яй-яй. К сожалению. Друзья, звоните. Да, ну я не знаю, будем ли мы развивать эту тему. Я думаю, что это была просто такая минутка снятия стресса. Конечно. А давайте теперь о плохом. Ну, мне кажется, порно — это тот вид кино, где актеры полностью отдаются делу, это хорошо. Я записала. Запиши. За вами я хожу записывать. Кстати говоря, помните анекдот, когда... Приходит юноша на порностудию и говорит, молодой симпатичный парень, говорит, здравствуйте, вы знаете, хотел бы, всегда мечтал играть в кино, ну вот как не получилось, работа другая, не смог выучиться, вот, но есть большое желание, и вот как хотел бы попробовать, она начать стоит с малых форм, с таких вот, им говорит, да, ну в общем, снимите, покажите, ну говорит, все в общем. Ну, вроде ничего, симпатичный там, все нормально. Он говорит, да, вы знаете, вот только есть один момент, вы знаете, я импотент. Он говорит, пацан, молодой человек, вы что, сумасшедший, а как же вы собирались сниматься в порно? Он говорит, ну вам же нужна отрицательный персонаж. Прекрати меня смеяться, я не могу смеяться, Витя. Мамочка меня опять замкнула. Доброе утро, здрасте. Да, доброе утро. Что ж такое, здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе, вы в эфире. Прошу, здрасте. Хорошего всем начала недели, дня, веселая тема, и в продолжении ее ремарочка такая, почему бы не снимать сразу на языке жестов? Вы знаете... Это сильное предложение. Это красиво. Вы предлагаете сурдоперевод, потому что я видел много фильмов, где же, так сказать, руки активно используются, вот я так могу сказать. Ну вот, придется как-то импровизировать. Хорошо, ладно. Да, спасибо за комментарий. Представь себе, и титр тебе наложат, и сурдопереводчица, еще такая из программы «Время». То есть, подожди секундочку, это визуализация той самой старой шутки, что мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан? Примерно так. Доброе утро. 730-101, здравствуйте. Доброе утро. Да, вы в эфире. Здравствуйте. Очень понравилась ваша новость про Pornhub. Да. Абсолютно солидарен с Ярославом. Знаете, с супругой Гришин смотрим. Расскажу почему. Можно посмотреть чудный спальный гарнитур, да. Ремонт в ванной, технику на кухне. Почему нет сурдоперевода? Вдруг там контакт. И вы представляете, спасибо огромное. Спасибо. Я не...
Ну, вообще иногда интерьеры, интерьеры иногда очень интересны. Особенно я люблю смотреть вот все-таки американские фильмы, ребят, вот которые снимаются в Майами, и в Лос-Анджелесе. Ну, хотя бы надо за людей порадоваться. На шикарной вилле, бассейн или где-то на берегу океана. Но это всяко смотреть приятнее, чем на видео и фотографии Инстаграма твоих друзей Сейшел. Вот да, они выкладывают, да. Ты испытываешь, ну, откровенно говоря, в какой-то момент тебе это быстро надоедает, и ты испытываешь вот эту зависть, что тут что-то вкалываешь, денег нет. А здесь сразу видно, люди отдаются делу, красивая картинка, ну, прям суперски. Пишет в наш WhatsApp, да, ребят, недавно поймал себя на мысли, что уж лучше Pornhub, чем наши новости. Ребята. Это давно уже это даже не обсуждается. Про новости мы сейчас поговорим. Кстати, вот Анна Сергеевна мне... притаранила подарочек на Новый год, нам достался. Анечка, спасибо тебе большое, любимая. Это так называемые шары надежды из Челябинска. Завидуйте мне, у меня челябинский шар с черным снегом в руках. Это правда. Вот он, замечательный, это, знаете, новогодний рождественский шар. Анька, спасибо, это мечта. Жителям Челябинска большой привет. Кстати говоря, в Красноярске опять введен режим черного неба в этот момент, и даже от местных экоактивистов поступил запрос в местный законодательный орган о том, чтобы вообще запретить выводить детей, ходить детям там. То и есть, так да, далее. До такой Но там степени, катастрофическая, да, совершенно ситуация. Там с 10 по 13 января, сразу после праздников, на всю мощь заработали всякие кразы, и народ получил по полной программе. Там верхушку елки не видно городской. Представляете себе, смог висит прямо над головой у вас со всем бензопропеном там и так. Ну, полная катастрофа в городе, абсолютная катастрофа. Людям деваться некуда. Естественно, куда они оттуда сбегут. Вот, и меняют здоровье себя и своих детей на отлив этих чушек. Вообще, конечно, катастрофа. Красноярску держаться, ребята, ситуацию надо менять каким-то образом. Ну, в Челябе, в общем, та же самая история, как ну, и там с экологией, в общем, не лучше. Собственно, эти шары были запущены. Почему они называются шары надежды? Для привлечения внимания, а деньги от их продажи шли на как раз вот какие-то новые экологические программы. Ну, вообще, надо обязать просто производителей всего этого дела, так сказать, ввести сумасшедшие экологические нормы, поставить фильтрацию, там того, то все 5-10. Послушай, кстати, нам прекрасно. Да перестань, нам прекрасные слушатели писали из того же самого Челябинска, когда говорили о том, что сейчас строят современные заводы, да, с огромным количеством фильтров, и по идее все это должно работать и быть совершенно безопасным для жителей. Да. Но только, как писали нам местные жители, включается это все только тогда, когда приезжает комиссия из Москвы. Абсолютно. Понятно. То есть оно вроде как все есть, но зачем это включать, когда и так терпит? Да. Хорошо, пока Красноярск, Челябинск и прочие, кстати говоря, экономически абсолютно загрязненные просто в ноль центры страны борются за экологию, значит, власти поганого Амстердама, где, конечно, такая ситуация, как в Челябинске, даже ее просто невозможно себе представить в страшном сне, значит, что они сделали? Они... какая история? В последнее время средний уровень долга среди голландских студентов вырос, констатируют власти Амстердама. Это общеевропейская тенденция. В связи с чем власти города, который не является, например, голландской столицей или столицей Нидерландов, потому что слово Голландия решили убрать из официального. Голландия — это одна из провинций, да. Да, Нидерландов, столица Нидерландов — Гага, я напоминаю. Так вот, в связи с этим власти самого крупного города нидерландского решили принять меры и дать молодежи новый старт. В рамках специальной программы власти выкупят их долги, пишет газета Guardian. Подобный проект стартует в феврале и призван помочь тем, кто хочет получить образование и найти работу. Как это работает? Муниципальный кредитный банк выкупит у кредиторов долги молодых жителей города. В качестве стимула для передачи долга в банк муниципалитет им выплатят по 750 евро. Это чтобы вы передали свой долг в муниципалитет, чтобы он его погасил, вам еще и по 750 евро заплатят. Да, но там не просто так, это еще к вопросу о финансовой грамотности.
грамотности. Дело в том, что этим молодым людям будут предоставлены специальные тренеры. Вот-вот я хотел сказать. Молодые люди, участвующие в программе, получат новый займ для погашения долга в соответствии с их возможностями, а большую часть долга потом отменят при условии, если студент продемонстрирует успехи в учебе или, в принципе, поступит учиться. Кроме того, должникам предоставят специальных тренеров, которые будут помогать им с их ситуацией и составят план действий. По мнению властей, молодым людям с нестабильными доходами часто бывает крайне тяжело реструктурировать свои финансы и производить необходимые выплаты. Долги вызывают сильный стресс. Что касается молодых людей, долги часто напрямую влияют на их будущее. Это заммэра Амстердама сказала, при этом там, обратите внимание, нюанс, по мнению заммэра, многие молодые жители Амстердама, это прям вот такое объяснение, взяли деньги в долг из-за проблем или недостаточной финансовой осведомленности, поэтому мы поможем им начать все сначала. Не понять этих людей, этих европейцев не понять вообще. Нет, чтобы студентам что, в стройотряд пошел, комнатуху их отжали за долги. И все. Пускай кто просил их брать бабки? Думать надо перед тем, как нас, берете. Да, да. О чем речь идет? А тут тратили. Пошли вон, сколько на селе работать некому. Давайте сюда нам всех этих голландцев, мы их быстро пристроим, будет за 8 тысяч, будут фигачить с утра до вечера навоз разбрасывать в колхозах. Будут думать вообще о своем будущем. Ты согласись, абсолютно. Я на 100% согласна. Это даже не то, что полная бездуховность. Это абсолютно. Я не удивлюсь, это если просто развращенно. Через месяц мы узнаем, что страна Нидерланды объявилась банкротом после вот этого. Ну, вот этого я не знаю. Я так не думаю. Нидерландов очень все прилично. Но не тем надо. Не... Ладно. Вот они ладно. Вот это вот, понимаешь? Что говорить, если они наркоманов принудительно не лечат? Им шприцы с метадоном раздают. Заместительная терапия называется. Ты понимаешь, в результате самый низкий процент наркоманов в Европе оказался. Героин, ты понимаешь, вообще что? Вообще с ума посходили. Наркотики раздают на улицах фактически. 730-101. Охреневшие вообще эти голландцы. Еще и долги им прощают вообще. Куда они катятся? У нас под боком, кстати, разрушают нашу духовность. Оттуда и до нас рукой подать? Да вообще трындец. Зараза давай идет оттуда. Послушаем возмущение слушателей. Здрасте. Да, доброе утро. Алло, да, прошу вас, доброе утро. А, здравствуйте, Сергей всем. Да, Сергей, прошу. А, у нас вот тоже вот хотят, как бы, долги там, да, там вот выплатить. А почему? Объясните мне, вот я, например, не согласен. Люди же думали, правильно, когда брали долги. Кому у нас хотят, кому? Ну, тоже идет такая фишка о том, что хотят закрыть долги, там, ипотечные, там, сейчас вот очень модно Росбанкрот. Нет, а банкрот, я вот не брал кредитов вообще, да, никогда. Да. Тогда давайте так, как вариант, да, там закрыть там кредиты людям, а тем, кто не брал, выплатить такие же деньги, да? Я там согласен. Сами выкручивались. Правильно. Да, вот только... вы себе во всем отказывали, в новой машине, в новом кухонном гарнитуре, действительно, боялись брать, были финансово грамотная ответственность. Вот, конечно, правильно Сергей говорит. У меня, правда, есть другое предложение. Не забывайте только, что процедура банкротства, это не значит, что людям сейчас все простили, да, да, и жизнь их наладилась. Не будем вдаваться, много там нюансов. Там огромное количество хвостов за этим, за всем. Я хотел сказать, давайте, у меня есть другое предложение. Оно, в общем, звучало в публичном поле. А может быть, нам не стоило прощать долги африканским странам? Пускай многие из них, кстати говоря, весьма трудно собираемы, безусловно. Мы не только, например, простили, но еще и новых кредитов нам выдавали. Значит, может быть, мы бы эти деньги действительно пустили на реструктуризацию долгов студентов? Ведь в Голландии не просто обнуляют, я напоминаю, долги. Там целая учебная программа. Там целая учебная программа, при условии, что ты будешь демонстрировать успехи по учебе. Не надо, там тоже, там, если без шуток, никто просто так деньги на ветер не бросает. Просто они понимают, что вместо того, чтобы иметь молодых, озлобленных людей, которые там где-то по незнанию, где-то потому что так сложилась жизнь, трудно плодить вот эту молодежь, что проще им помочь сейчас. Более того, еще направить их учиться, то есть создавать высококвалифицированные кадры. Ну вот как Илья Семенев вспоминает слова Сергея Гуриева. Он говорит, Сергей Гуриев говорит всегда, что хотите развития, вкладывайте в образование. Ну, да, кто бы слушал здесь Сергея Гуриева. Здесь, где мы теперь и где Сергей Гуриев, я напоминаю. Это один из... он кем был? Советником... это Илларионов был, но неважно, они похожи на экономистов наших. И оба, естественно, отсюда отвалили. Доброе утро. 730-101, здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Не, Леногой вас беспокоит, знаете, у вас сегодня профилактика у нас на волне здесь идет. Да, Вот, еще одну радиостанцию слушаю, на которой только музыку и рецепты говорят. Ага. И она не работает. Я думаю, все, апокалипсис наступил. Лебединое озеро. Еще референдум не прошло, уже все. Началось. Нет, нет, это не торопите события. Мы вернемся обязательно в эфир. Нет, нет, я не тороплю, ребят. Спасибо, что вы есть. Просто спасибо большое. Спасибо, что слушали. Привет из Нижнего. Большой привет Нижнему Новгороду. Спасибо. Кстати, как там погода, наверное, такая же сейчас в Нижнем, как и в Москве? Да ради бога, кинь клич, послушайте. Я вам сейчас, ребят, извините, что мы прыгаем. Вы знаете, я люблю сразу там обвязывать одни всякие разные темы, которые меня волнуют и интересуют. Я сейчас найду, вот буквально через несколько минут вам расскажу тему, на самом деле, самую важную на этой неделе. Это никакое не послание Путина, послание нас, Путиным, я бы так сказал. Опять? Послание нас Путиным. Потому что нас, в общем-то, послали, конечно. Значит, и это никакие там не ближневосточные дела. Это все, на самом деле, серьезнейшая информация, касающаяся изменения климата. Шутки закончились. Проблема будет нарастать, как снежный ком. Еще, я не помню, вам рассказывал, что эксперты ВОЗ заявили, что еще в сентябре Земля прошла точку невозврата. Невозврат, да. Это все будет со страшной силой только улучшаться. И прогнозы, причем сразу нескольких исследовательских групп, по тому, как к середине века изменится температура на планете, изменились радикально. Новые модели, сразу три или четыре независимых группы делала исследования по всему миру. У них чуть-чуть разные интересы, там совсем в десятой доле процента по повышению температуры они различаются. И прогнозы чудовищные. Ребята, нам скоро будет не до вот этой машины возьми с ядерными бомбами, там мелкими политическими разборками и даже экологией в Челябинске. Нас ждет чудовищное будущее по их правилам. Чудовищное. Речь идет о вызывании цивилизации. Я не нагнетаю сейчас. Я просто вам прочту сейчас вот вполне конкретное исследование, подтвержденное конкретными цифрами. Подробнее буквально через несколько минут. Не забывайте про видеотрансляцию и пишите, звоните. Оставайтесь под серебряным дождем. С приветом, Набутов. Да, привет. Короче говоря, тут нагнал ужаса. Сам не могу найти материал большой, по-моему, на Хай-Тек FM. Плюса, он был опубликован, замечательный, кстати говоря, такой научный портал. Свежие данные, несколько групп ученых, Великобритания, США и Франция, насколько я помню, проводили независимые исследования и пришли примерно к одним и тем же результатам, там с расхождением несколько десятых градусов, что температура к середине, там, 2070 году на планете, средняя температура вырастет не на 1-2 градуса. Вот в этом коридоре сейчас на всех международных форумах политики обсуждают, что нам надо закрепиться в этом коридоре. А, так сказать, все модели, которые использовались, показывают, что температура вырастет от 4,9 до 5,5 градусов, что будет смертельно для человеческой цивилизации в принципе. Уже речь идет не о наводнениях, не о смене сельхозциклов, а речь идет просто о том, что всем наступят кранты. И, в общем-то, заниматься надо именно этим. Но мы живем сегодняшним днем, сегодняшней экономикой, бизнес-интересами там стран, конкретных людей и так далее. Ну, ты знаешь, я хочу сказать тебе, что большинство слушателей, по крайней мере, в WhatsApp, не согласны и не верят вообще в какие-либо изменения климата. Понятно, да, но это изменение климата можно не верить, можно посмотреть на улицу, вот обратить внимание. Плюс 5 сейчас примерно в Москве, птицы вернулись, у меня такие трели вообще под окном там выдают. Медведи проснулись и так далее. Если в феврале еще грянут морозы, то весь полурожай погибнет у нас с вами. Отрицать невозможно уже, что все изменилось. И причем, насколько я понимаю, сейчас это приобрело еще, смотрите, как снежный ком. Уже остановить невозможно этот процесс. Понимаешь, вчера или позавчера откололось два куска в Арктике, два ледника откололись, каждый из них размером с Киев. Ни много ни мало. Ни много ни мало. Это одни самые большие куски еще. Просто это происходит регулярно, постоянно уже шапки не восстанавливаются ледяные. Следовательно, растет уровень океана, теплеет, еще быстрее тает, ну и начинается такая вот круговерть. В Африке снег выпадал, в тех местах, где вообще не выпадал в этом году, причем несколько раз.
Про Камбоджу писали наши слушатели. Это что писали? И, я да, был в Камбодже. Я бываю там регулярно по долгу службы. Я могу сказать, заметно изменилась береговая линия. Например, в том месте, где я нахожусь, просто море стало больше. Оно отъедает значительные куски пляжа. Ну вот смотри, в центре внимания специалистов оказался вопрос о том, насколько чувствителен климат к удвоению концентрации парниковых газов по сравнению с доиндустриальным уровнем, составлявшим тогда 280 частей на миллион. Более 30 лет считалось, что если концентрация вырастет до 560 частей на миллион, то климат потеплее на 3 градуса Цельсия, плюс-минус 1,5. Однако, применив новые вычислительные методы и учтя роль облаков, исследователи, как ты и сказал, это Франция, США, Великобритания, Канада, пришли к выводу, что эта цифра сильно занижена. Вот это информация. В реальности удвоение уровня парниковых газов приведет к потеплению в среднем на 4-6, самое главное, там градусов. Где-то консенсусный прогноз 5 градусов. Да, и независимые команды при этом дают немного отличающуюся, но в целом близкие значения. 4,9, 5,3, 5,5 и 5,6. Но там делается вывод, что это гибельно для человеческой цивилизации в принципе. Да, полученные цифры, пишет нам, делают практически невозможным удержание потепления на уровне 1,5-2 градуса, как в Парижских соглашениях. Это-то очень плохо. Да. Уже сегодня, когда мир стал теплее всего на 1 градус, экстремальная температура стала нормой. Разные страны переживают небывалые волны жары, засухи, лесные пожары. Рост температур более чем на 3 градуса станет для планеты настоящим апокалипсисом. Да, а нам прогнозируют на 5. Вот и, так сказать, кайфуют. Ученые из 4 стран. На самом деле, серьезная проблема, и наши дети будут это дело... Давайте продолжать дальше смеяться над Гретой Тунберг. Да. Но живем мы сегодня, сегодняшними днями нам надо там по кредит заплатить, порно посмотреть. Как нам пишет наш постоянный слушатель Павличенко, короче, на пенсию можно больше не откладывать. Угу, согласен. Да, живите сегодняшним днем, вообще это правильно. Мария пишет, пожар в Австралии такого масштаба, это тоже следствие изменения климата. Конечно. Так, значит, что любопытного, ребята, из новостей, которые мы с вами не обсуждаем, просто сообщу о том, что сволочи из SpaceX. Ой, это вообще негодяй. Я не хочу просто даже произносить эту фамилию Илона Маска. Бедный Рогозин. Предлагаю перестать его называть, как Навального. Вот не называют наши чиновники. Так мы не будем больше... Не будем. Тот человек, будем говорить мы. Макс. Иван Макс. Так уничижительнее, надо что-то придумать такое. Короче, шутки шутками. Значит, я напоминаю, что несколько событий, связанных с Маском, произошли на этой неделе. Во-первых, он утер всем злопыхательным по своей автомобильной истории, потому что стоимость Тесла, он решил там все проблемы по организации бизнеса, стоимость Тесла превысила совокупную стоимость Шевроле, и Форда, да, по-моему, двух крупнейших американских производителей. По-моему, Шевроле и Форда, если я ничего не путаю. И составляет почти 90 миллиардов долларов. Я напоминаю, что у Газпрома капитализация меньше 60 миллиардов. Сейчас, по-моему, значительно меньше уже. Вот, поэтому, чтобы вы понимали. Ну, а про космические успехи говорить нечего. Что вчера произошло? Одно из важнейших запланированных на 2020 год событий в мировой космонавтике. 19 января инженерам компании SpaceX впервые удалось испытать систему аварийного спасения при старте ракеты Falcon 9. Этот эксперимент стал последним и главным шагом на пути к первому полету астронавтов США на корабле Crew Dragon к МКС, который должен состояться через несколько месяцев. Ну, в беспилотном режиме, я напоминаю, этот корабль уже летал, с манекеном пристыковался и вернулся на Землю. Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на высе Канаверал. Спустя 84 секунды после старта все 9 двигателей первой ступени Мерлин остановились, что имитировало отказ ракеты. После этого корабль Crew Dragon отделился от ракеты, аварийное отделение, и начал баллистический спуск, задействовав 8 собственных реактивных двигателей Супер Драка, которые отработали порядка 10 секунд и увели капсулу на безопасное расстояние от ракеты, и ракета взорвалась еще. Они полную имитацию провели. Значит, как и было задумано, вскоре с помощью одного вытяжного 4 основных парашютов корабль приводнился в Атлантическом океане, после чего к нему были направлены специальное судно. Короче говоря, в общем, это был обязательный тест, самый последний, и весной заканчивается наша гегемония на рынке пилотируемых полетов. Любовь наша слушательница предлагает его презрительно называть Максятина. Максятина это поганая. Ты понимаешь, всех уел.
И в автомобильном бизнесе, и в энергетическом, с этим производством своих батарей огромных, и в космосе, и так далее. А я напоминаю, что он еще же собирается через, через 4 года первые ракеты на Марс пилотировать. И с учетом того, что все, что он обещал, практически в обещанные сроки реализуется... Кто-то там критики, мне нравится, чтобы да, там, да, а собаки лают, караван идет, то, да, в общем, у меня возникает ощущение, что он свои глобальные вот эти визионерские проекты он реализует по марсианской теме. Ведь уже идет это в испытание его марсианской ракеты в полный рост, на которой там по 100 астронавтов, и он хочет к середине века миллион человек переселить на Марс. Ну, там понятно, что там много сложностей и в перелете, и там в строительстве, там, в том, чем должны быть жить люди, но это перестает казаться каким-то мыслишками сумасшедшего миллиардера. Тусклые краски лживой маски. Доброе утро. 730-101, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Здрасте. Алло, Илон Маск. Нет, к сожалению, да. А может быть. Слушатели пишут нам: на Новый год был в круизе, общался с европейцами из разных стран, Германии, Англии, Шотландии и так далее. Тема потепления актуальна для всех, поскольку этой зимой снега, как и у нас, нет у многих. А глобальное потепление не просто перестало быть пошлой шуткой, но с каждым годом оно все более дает о себе знать. Еще одно сообщение: если бы у нас просто не было снега, меня, может быть, это не волновало бы, но проблема в том, что он есть там, где его в принципе быть не должно. Абсолютно верно. Я говорю, в Африке, в местах, где никогда не фиксировалось выпадение снега, по несколько раз в этом году он выпадал. Вы верно отметили, австралийские пожары невиданных масштабов, которые уже там два раза их смог от их пожаров обогнул Землю, которые повлияют очень сильно на экологию планетарную. Кошмар! Мы действительно над этим иронизировали, думали, что это нас не затронет. Ребята, мы с вами пыль. Мы пыль! Пыль с ощущением, что у нас вот цивилизация, и даже Маск и ракеты летят на Марс, и так далее, и что мы можем построить ядерную электростанцию, и так далее, и замочить друг друга ядерной бомбой. Мы пыль. 5 градусов через 20 лет, и все. Слушайте, и вся ваша привычная жизнь, и, ну, пускай не ваша, вы не доживете, но ваших детей. Ну, это апокалипсис. Я не хочу нагнетать сейчас, ни в коем случае, я не паникер. Тем не менее... Тема номер один, а не мелкие распри политиков по миру. Валентин нам пишет: ребята, есть какие-то новости по поводу неизвестного вируса в Китае? Есть новости, число погибших от неизвестного коронавируса в китайском городе Ухань возросло до 3 человек. Об этом сообщает BBC. Я напомню, что неизвестный вирус был обнаружен в Китае после вспышки пневмонии в Ухане в декабре, перед самым Новым годом. Первый пациент, у которого обнаружили вирус, умер 9 января. При этом точная причина его смерти пока еще до конца не ясна. За минувшие выходные власти Китая выявили еще 139 случаев заражения новым вирусом. Тоже все в ту же копеечку. Ну, тот Сергей нам пишет: ну что, ребят, планета от нас избавляется, поздравляю. Ну, в общем, жизнь-то и без нас будет, и с глобальным потеплением на уровне микроорганизма никуда не денется на планете. Мы вот, пожалуй, гадили. Экстремофилов еще никто не отменял. Может быть, такой регуляторный механизм запустить. Что-то, знаете, интересный, философский во многом вопрос. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Алло, доброе утро. Здравствуйте, прошу. В эфире, доброе прошу утро. Вас. Дозвонился первый раз, не понял, что это я в эфире. Очень люблю вас, вашу радиостанцию, вы прекрасны. Спасибо. Я единственное, что хотел сделать комментарий. На самом деле, если вы почитаете историков там того же Карамзина, вы, в общем-то, найдете свидетельство того, что и 200 лет назад были такие теплые январи. Поэтому я считаю, что это на самом деле просто истерия вокруг там глобального потепления. На самом деле... Ну, все не так уж и плохо. Есть только один нюанс. У нас скорость очень увеличилась. И разрыв, вот этот шаг уменьшился, понимаете, между теплыми и зимами. Принимаем ваше мнение, спасибо. Я думаю, что это речь идет о том, о Александре Сергеевиче. Это Евгений Онегин. Снег выпал только в январе. Снег выпал только в январе. Безусловно. Иногда бывало, что и дожди на Новый год, и так далее, там какой-нибудь атмосферный фронт не зашел. Ребята, ну, у нас каждый... Я уже забыл, когда была холодная зима в Москве.
по-настоящему, как из детства. В конце 70-х, я уж не... Когда было постоянно минус 15, а иногда с заморозками до минус 30. У нас постоянно... В этом году просто совсем уже аномально теплая, теплая зима. Есть причина, они, метеорологи, объяснили, что не успел сформироваться сибирский... Холодный фронт, фронт, пожара, он наткнул... в том числе. Да. И это все, но это уже механизм запущен. Я еще раз говорю, конечно, мы можем ошибаться там в прогнозах, где-то чуть хуже, чуть лучше, но что изменения очевидны? Мы не можем этого не замечать везде. Плюс 7-903-797-6333, 730-101. Продолжим через несколько минут. С приветом, Набутов. Всем привет, ребята, еще раз доброе утро. Разделились у нас мнения, много противников. Много, и это не тоже нагоняйте мнение. Панику, это тоже позиция. Ты знаешь, вот несколько сообщений. Одно вот из Вайбера Михаил пишет. Здравствуйте, Даша, Виктор. Супервулканы под Йеллоустоуном и Неаполем могут, наоборот, привести к катастрофически долгой зиме. В прошлом бывали колоссальные природные катастрофы. Человек смог их пережить, но цивилизация, правда, окажется под мощнейшей угрозой. И еще такой вот комментарий, что люди не понимают, что на самом деле... Имеется в виду средняя температура за год, а не наличие или отсутствие снега. Безусловно, безусловно. Тема очень любопытная, я думаю, мы сделаем по ней отдельный эфир. Но что она выходит на топ, и даже президент Путин на одной из там своих больших международных конференций попытался ее оседлать, да, и об этом заговорил, показывает, что, в общем, ну, это и политический интерес, конечно, есть определенный такой хайповый, но и что, в общем, все не просто так. К сожалению, кто из нас прав, кто виноват, кто не прав, покажет только время, просто может быть поздно. Вот о чем я говорю. Мы ни в коем случае не занимаемся паникерством, ребят, здесь. Живем, как живем. Никуда не деться. И единственное, в чем все ученые сходятся, что да, планета проходила всегда на протяжении своей истории периоды повышения температуры. Это активность Солнца, безусловно. Разные причины, это видно по арктическим льдам, там берутся контрольные эти выпилы, и видно, когда таяло там, когда наоборот мерзло, они могут там смотреть. Но есть определенная цикличность там в десятки тысяч лет. Вот. Соответственно, а сейчас эта цикличность нарушена. И единственным фактором, который мог ее нарушить, это как раз, это, конечно, антропогенный фактор, то есть влияние человечества. Насколько все серьезно? Ну, мы с вами узнаем. Давайте следить. Эта зима вот пока подтверждает, что, что-то ненормальное. Это и последние зимы все наши. Посмотрим, что будет в следующем году. Так, что еще хотелось бы с вами обсудить, ребят, только времени мало. Это, конечно, заявление проза нашей жизни, так сказать, заявление господина Михаила Игнатьева, главы Чувашии, который обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом мочить журналистов, которые критикуют власти, в том числе его самого Игнатьева. Ну, просто подлавливая на бесконечных коррупционных преступлениях. Надо мочить! Рассказывать, откуда эти люди приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, в чем, на чем зарабатывают. Деятельность таких журналистов приводит к раскачиванию ситуации в стране и появлению митингов, заключил господин Игнатьев, который угрожает господину Игнатьеву и прочим, естественно, властным товарищам. Мне очень жалко людей, которые работают в пресс-службах. Да, значит, пресс-служба главы Чувашии объяснила его призыв мочить критикующих власть следующим образом, цитирую Пария Новости. Что касается слова «мочить», то в данном случае оно несло контекст «раскрывать подноготную», «писать о заказчиках и целях этой информационной войны», а тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты. Вот видите, как подменяется тезис. Новыми красками заиграла фраза «мочить в сортире». Конечно. Ты знаешь. Конечно. Конечно. Как вы считаете, какие еще могут быть... мы уже не успеем. Вообще, мне было бы интересно, какие у вас трактовки слова «мочить». Плюс 7-903-797-6333. Пока, ты знаешь, вот Алевтина задается вопросом. Виктор, а вы сами для себя можете объяснить, в чем успех Илона Маска? Мощный человек, уверенный в своих... неординарная личность, уверенный в своих... идеях, точно почувствовавший технологические изменения. Его компания SpaceX, которая построена совершенно по новому принципу, нежели, например, NASA, как и Роскосмос, такие большие, классические, середины прошлого века организации с огромными сотнями тысяч
сотрудников и так далее, он понял, что новые технологии, когда можно производить абсолютно все. Теперь вопрос даже не в самих технологиях, там технологии производства металла или программное обеспечение, того, как ты из них можешь составлять продукт. Он построил компанию на новом технологическом принципе. У него всего 3000 сотрудников. Он берет самое лучшее. Вот этот стартап сделал новую программное обеспечение, взял отсюда. Этот сделал металл, взял отсюда. Ля-ля-ля-ля. И вопрос теперь, вот что ты из этих технологий составляешь? Какие идеи ты реализуешь? Вот оно четко прощупал. А дальше начинает... Что-то пошло удачно, пошла удачно Tesla, потом пошла удачно SpaceX, и дальше люди сейчас стоят в очередь. Даже не все проекты, может быть, у него успешны или дают деньги. Валерий Соловей через несколько минут.